Товарищи, мы с вами продолжим сегодня изучение работы Иосифа Виссарионовича Сталина к вопросам ленинизма. К сожалению, у нас случился небольшой перерыв, мы тут 2 недели не занимались с вами, и остановились на том, что начали рассмотрение 5 главы этой работы, которая называется «Партия и рабочий класс в системе диктатуры пролетариата». И из рассмотрения этой главы мы при рассмотрении этой главы мы остановились на том, что как следует партии завоевывать авторитет у трудящихся и, конечно, прежде всего у рабочего класса, как завоевать доверие у рабочего класса и на таких вещах, как что без правильной политики партии, подкрепленной опытом борьбы масс и без доверия рабочего класса, не бывает и не может быть настоящего руководства партии. Итак, продолжим рассмотрение этой главы с такого понятия, на котором остановился Иосиф Виссарионович, как о том, что нельзя противопоставлять диктатуру пролетариата руководству, или которое иногда в некоторых понятиях называют диктатурой партии. Нельзя, так как руководство партии есть главное в диктатуре пролетариата, если иметь в виду сколько-нибудь прочную и полную диктатуру. И он обращается за подтверждением этой мысли к Ленину. Одна уже постановка вопроса, говорит Ленин, диктатура партии или диктатура класса, диктатура вождей или диктатура масс свидетельствует о самой невероятной и безысходной путанице мыслей. Договориться до противоположения вообще диктатуры масс, диктатуры вождей есть смехотворная нелепость и глупость. Это слова Ленина. И Иосиф Виссарионович говорит, это совершенно правильно, но это правильное положение исходит из той предпосылки, что имеются налицо правильные взаимоотношения между авангардом и рабочими массами, между партией и классом. Ну а как быть, если правильные взаимоотношения между авангардом и классом, если отношение взаимодоверия между партией и классом нарушено? Как быть, если партия сама начинает так или иначе противопоставлять себя классу, нарушая основы правильных взаимоотношений с классом, нарушая основы взаимодоверия? Ну, я думаю, что Сталин предвосхитил те события, которые случились у нас, к сожалению, к концу 20 века, когда взаимодоверие партии и класса, конечно, почему-то было утеряно. И он продолжает, возможны ли вообще такие случаи? И отвечает, да, возможны. Они возможны в 3 случаях, говорит Иосиф Виссарионович. Первый, если партия начинает строить свой авторитет в массах не на своей работе и доверии масс, а на своих неограниченных правах. То есть вот один вариант возможного нарушение взаимоотношений партии с классом. Второе. Если политика партии явно неправильна, а она не хочет пересмотреть и исправить свою ошибку. И 3-й случай. Если политика партии правильна в общем, но массы еще не готовы к ее усвоению, а партия не хочет или не умеет выждать для того, чтобы дать массам возможность убедиться на своем собственном опыте правильности политики партии и пытается навязать ее массам. Ну, я думаю, что вот это вот предвидение Сталином, оно как-то так случилось, что КПСС потеряла доверие, к сожалению, к концу 20 века. И далее он продолжает. Можно ли навязать классу силой руководства партии? Нет, нельзя. Во всяком случае, такое руководство не может быть сколько-нибудь длительным. Партия, если она хочет оставаться партией пролетариата, должна знать, что она является прежде всего
и главным образом руководителем, вождем и учителем рабочего класса. Мы не можем забыть слов Ленина, сказанных им на этот счет в брошюре «Государство и революция». И он цитирует: «Воспитывая рабочую партию, марксизм воспитывает авангард пролетариата, способный взять власть и ввести весь народ к социализму, направлять и организовывать новый строй, быть учителем, руководителем, вождем всех трудящихся и эксплуатируемых в деле устройства своей общественной жизни без буржуазии и против буржуазии». Вот так высказался по этому вопросу Владимир Ильич Ленин. И Сталин продолжает: «Можно ли считать, что партия является действительным руководителем класса, если ее политика неправильна, если ее политика приходит в столкновение с интересами класса? Конечно, нельзя. В таких случаях партия, если она хочет остаться руководителем, должна пересмотреть свою политику, должна исправить свою политику, должна признать свою ошибку и исправить ее». Далее. «Можно ли считать, что партия должна взять на себя инициативу и руководство в организации решающих выступлений масс на том лишь основании, что политика ее в общем правильна, если эта политика не встречает еще доверия и поддержки со стороны класса, ввиду, скажем, его политической отсталости? Если партии не удалось еще убедить класс в правильности своей политики, ввиду того, скажем, что события еще не назрели? Нет, нельзя. В таких случаях партия, если она хочет быть действительным руководителем, должна уметь выждать, должна убедить массы в правильности своей политики, должна помочь массам убедиться на своем собственном опыте в правильности этой политики». И снова он обращается к Ленину. «Если нет у революционной партии, — говорит Ленин, — большинства в передовых отрядах революционных классов и в стране, то не может быть речи о восстании. Без перемены взглядов большинства рабочего класса революция невозможна, а эта перемена создается политическим опытом масс. Пролетарский авангард идейно завоеван, это главное. Без этого нельзя сделать и первого шага к победе. Но от этого еще довольно далеко до победы. С одним авангардом победить нельзя. Бросить один только авангард в решительный бой, пока весь класс, пока широкие массы не заняли позиции либо прямой поддержки авангарда, либо, по крайней мере, благожелательного нейтралитета по отношению к нему и полной неспособности поддерживать его противника, было бы не только глупостью, но и преступлением. А для того, чтобы действительно весь класс, чтобы действительно широкие массы трудящихся и угнетенных капиталом дошли до такой позиции, для этого одной пропаганды, одной агитации мало. Для этого нужен собственный политический опыт этих масс». Вот что по этому поводу сказал Владимир Ильич Ленин и процитировал его Иосиф Виссарионович. Я думаю, что и для нас и сейчас это актуально, потому что некоторые товарищи, которые там в Думе сидят и заявляют себя коммунистами, они не опираются на класс, они его не ведут к победе, они рассчитывают, что они своим авангардом чего-то там сделают. Это явный как бы обман трудящихся масс. Это не только в Думе так, и многие думают, сейчас мы партию создадим, и все у нас будет. Да, конечно. А две как бы и Ленин и Сталин говорят как раз о том, что авангарда недостаточно, надо, чтобы массы пошли. Конечно. Большевики создались давно, а революция совершилась не быстро. Итак, далее Иосиф Виссарионович, вот процитировав Владимира Ильича, продолжает: «Что значит руководить, если политика партии правильна, а правильные отношения между авангардом и классом не нарушаются? Руководить при таких условиях значит уметь убеждать массы в правильности политики партии, выдвигать и проводить такие лозунги, которые подводят массы к позициям партии и облегчают им распознать
на своем собственном опыте правильность политики партии, поднимать массы до уровня сознания партии и обеспечивать таким образом поддержку масс, их готовность к решительной борьбе. То есть суть работы, если все правильно партия понимает и политику, и умеет убеждать массы, вот, и правильные отношения с классом установлены, то для этого нужно заниматься убеждением и поднимать массы до уровня сознания партии, то есть поднимать сознание масс для осознания своих классовых интересов. Поэтому метод убеждения является основным методом руководства партии рабочим классом, говорит Иосиф Виссарионович. Далее он снова обращается к Ленину. Если бы мы, говорит Ленин, сейчас в России, после 2,5 лет невидимых побед над буржуазией, невиданных побед над буржуазией России и Антанты, поставили для профсоюзов условием вступления признания диктатуры, мы бы сделали глупость, испортили бы свое влияние на массы, то могли меньшевикам. И далее опять, вот после всех высказанных здесь мыслей, после обращения к Ленину, Иосиф Виссарионович говорит, это, конечно, не следует понимать так, что партия должна убедить всех рабочих до последнего человека, что только после этого можно приступить к действиям, что только после этого можно открыть действия. Нисколько. Это означает лишь то, что раньше, чем пойти на решающие политические действия, партия должна обеспечить себе путем длительной революционной работы поддержку большинства рабочих масс, по крайней мере, благоприятный нейтралитет большинства класса. В противном случае ленинское положение о том, что завоевание большинства рабочего класса на сторону партии является необходимым условием победоносной революции, было бы лишено всякого смысла. Ну а как быть с меньшинством, говорит Иосиф Виссарионович, если оно не хочет, если оно не согласно добровольно подчиняться воле большинства? Может ли партия, должна ли партия, имея за собой доверие большинства, принудить меньшинство к подчинению воле большинства? Да, может и должна. Руководство обеспечивается методом убеждения масс, как основным методом воздействия партии на массы. Но это не исключает, а предполагает принуждение, если это принуждение имеет своей базой доверие и поддержку партии со стороны большинства рабочего класса, если оно применяется к меньшинству после того, как сумели убедить большинство. В подтверждение этой мысли Иосиф Виссарионович обращается опять же к Владимиру Ильичу и говорит, то же самое говорит Ленин в своей брошюре о профсоюзах. Мы тогда правильно применяли принуждение, когда умели сначала подвести под него базу убеждения. И это совершенно правильно, ибо без этих условий невозможно никакое руководство, ибо только таким образом можно обеспечить единство действий в партии. Если речь идет о партии, единство действий класса, если речь идет о классе в целом. Без этого раскол, разброд, разложение в рядах рабочего класса. Нельзя противопоставлять диктатуру пролетариата руководству или диктатуре партии, если имеются налицо правильные взаимоотношения между партией и рабочим классом, между авангардом и рабочими массами. Но из этого следует, что тем более нельзя осуществлять партию с рабочим классом. Руководство партии с диктатурой рабочего класса. То есть нельзя осуществлять. Делать подмену, в смысле? Вот... Да, делать подмену диктатуры. То есть диктатура пролетариата? Пролетариата диктатурой партии. Партия должна осуществлять руководство, а не диктатуру.
Такой же принцип получается, как у большевиков. То есть ты сначала должен большинство класса убедить, да, в своей правоте, а потом заставить их сделать, а всех остальных заставить слушаться, делать. Большинство. Для этого надо убедить. Да. Все правильно. Это как это Фитиль был номер, где... А что я мог сделать? Я один такой. И там весь зал единогласно проголосовал. Каждого спросили, почему ты руку поднял. Это все. А я один, что я мог сделать? Далее, в подтверждение вот этих высказанных мыслей, Иосиф Виссарионович говорит: «Характерно, что ни в одном из своих трудов, основных и второстепенных, где Ленин трактует или просто упоминает о диктатуре пролетариата и о роли партии в системе диктатуры пролетариата, нет и намека на то, что диктатура пролетариата есть диктатура нашей партии. Наоборот, каждая страница, каждая строчка этих трудов вопиет против такой формулы. Смотрите, говорит, государство и революция, пролетарская революция и ренегат Каутский, детская болезнь левизны в коммунизме и другие работы Владимира Ильича Ленина. Еще более характерно, что в тезисах второго конгресса Коминтерна о роли политической партии, выработанных под непосредственным руководством Ленина, на который Ленин неоднократно ссылался в своих речах как на образец правильной формы формулировки роли и задач партии, мы не находим ни одного, буквально ни одного слова о диктатуре партии. О чем это говорит? О том, что Ленин не считал формулу диктатуры партии безупречной, точной, ввиду чего она употребляется в трудах Ленина крайне редко и берется, как правило, в кавычки. В тех немногих случаях, когда Ленин был вынужден в полемике с противниками говорить о диктатуре партии, он говорил обычно о диктатуре одной партии, то есть о том, что партия наша стоит у власти одна, что она не делит власть с другими партиями. Причем он всегда разъяснял, что под диктатурой партии в отношении рабочего класса нужно понимать руководство партии, ее руководящую роль. Во всех тех случаях, когда Ленин находил нужным определить научно роль партии в системе диктатуры пролетариата, он говорил исключительно о руководящей роли партии в отношении рабочего класса. И в завершение этого вопроса Иосиф Виссарионович говорит так: «Я уже не говорю о том, что формула диктатура партии, взятая без указанных выше оговорок, то есть без кавычек, может создать целый ряд опасностей и политических минусов в нашей практической работе. Этой формулой, взятой без оговорок, как бы подсказывают: первое, беспартийным массам не смейте противоречить, не смейте рассуждать, ибо партия все может, у нас диктатура партии. Второе, партийным кадрам, как бы подсказывают, действуйте посмелее, нажимайте покрепче, можно и не прислушиваться к голосу беспартийных масс, у нас диктатура партии. И третье, партийным верхам можно позволить себе роскошь некоторого самодовольства, пожалуй, можно даже зазнаться, ибо у нас диктатура партии, а значит и диктатура вождей». Вот как Сталин предупреждал о том, что все-таки случилось у нас. И далее он говорит: «Об этих опасностях уместно напомнить именно теперь, в период подъема политической активности масс, когда готовность партии внимательно прислушиваться к голосу масс представляет для нас особую ценность, когда чуткость к запросам масс является основной заповедью нашей партии, когда от партии требуется особая осмотрительность и особая гибкость политики, когда опасность зазнаться является одной из самых серьезных опасностей, стоящих перед партией в деле правильного руководства массами. Нельзя не вспомнить, — говорит Иосиф Виссарионович, — золотых слов Ленина, сказанных им на 11-м съезде нашей партии. В народной массе мы, коммунисты, все же капля в море, и мы можем управлять только тогда, когда правильно выражаем то, что народ сознает. Без этого коммунистическая партия не будет вести пролетариата, а пролетариат не будет вести за собой масс, и вся машина развалится». Вот такие слова Ленина он привел. И заключает:
Правильно выражать то, что народ сознает, это именно и есть необходимое условие, которое обеспечивает за партией почетную роль основной руководящей силы в системе диктатуры пролетариата. На этом заканчивает он пятую главу. Пожалуйста, давайте обсудим или какие-то выясним неясные вопросы, если они возникли в результате вот знакомства с мыслями. Это главный вопрос, что же делать, если вождь повел партию не туда, да, а партия не стала советоваться с рабочим классом и пошла за ним не туда. Ну, история показала, к чему это привело. Нет, что, ну, что, привело что КПСС, да, потеряла, потеряла сначала контакт с классом, а потом потеряла и вообще рычаги управления, к управлению пришел другой класс у нас. Она из партии-то потеряла, собственно, сама с собой. Да, к сожалению, оппортунизм начал прям как бы селиться и преобладать в партии еще со средины 50-х годов прошлого столетия, к сожалению. Вот, к сожалению, же китайцев и... наши же подгоняли, что вот коммунизм вот не за горами, вот-вот уже да, строят. Да, да, все. И в результате, к сожалению, на 22-м съезде партии отказались от диктатуры пролетариата, чего делать было нельзя. И отказ от диктатуры пролетариата привел к возрождению капитализма в нашей стране, к сожалению. Ну, тут, наверное, еще стоит упомянуть, что это еще тогда начиналась дискуссия с троцкистами по поводу того, что такое партия, кто должен управлять. Да, это же 26-й год, когда эта работа была написана еще в 26-м году, и Сталин уже тогда предупреждал, что нельзя этого делать, нельзя вот, допускать такие вещи, как зазнайство партии и отрыв ее партийных верхов от рабочего класса. Нельзя такие вещи. Тогда он еще предупреждал. Но, к сожалению, через 30 лет после этого, к сожалению... Как родимые пятна капитализма, да, проросли. Да. Не только родимые пятна, а и партия себя неправильно повела. Нет, скатилась в оппортунизм. В разговор той самой дискуссии, которую потом забыли и начали кричать, что партия там это диктатура, и вот она там всех подавляет, и она во всем виновата. И вообще она не интересы партии, а интересы класса, а интересы самого себя представляет. Собственно, разговоры там были еще тогда. Да, почему Сталин предупреждал об этом? Почему он и предупреждал? Так, с другой стороны, легко же, если мы убеждаем массы в том, что... Это правильное движение, которое мы идем? Нет, значит, в чем мы должны убеждать массы? В том, что нужно строить общество без эксплуатации. Вот в чем мы должны. И что сделать том, это что... может только один класс, организованный рабочий класс. Никто этого больше не может сделать в условиях капитализма. В условиях капитализма только один рабочий класс способен построить общество без эксплуатации. Да, но для этого в этом его нужно убедить. Он должен это осознать, что он только может, организовавшись, а убедить его можно только на собственном опыте. То есть он все равно борется. Он борется против буржуазии. Он как борется? Борется за зарплату, за условия труда. Ну, за то, что вот мы сейчас с вами видим. Вот. Он все равно борется. Но борется он недостаточно организованно. Я бы сейчас сказал, недостаточно организованно. И недостаточно видит цель борется, свою. Он отставит, да, он пока выдвигает пока только экономические вопросы. То есть лучшую зарплату, лучшие условия труда и так далее. А он должен видеть и политическую сторону этого дела. Что власть должна ему принадлежать, а не тем, кто присвоил себе средства производства. Вот в чем нужно убеждать прежде всего рабочий класс. В том, что только он, организовавшись, может изменить ситуацию. С стачками, забастовками, с экономическими требованиями можно только временно улучшить какое-то положение свое в производстве. Только временно. Но поскольку власть остается в руках буржуазии, все равно она будет продолжать эксплуатировать и угнетать рабочий класс.
отнимать у него результаты его труда, пока он не установит свою власть в государстве. Это... Давайте чуть назад вернемся. Давайте вот смотрите назад. На тот момент, что рабочий класс надо поднимать до уровня партийных членов. То есть фактически каждый рабочий должен примерно осознавать себя как коммунист и партийный. Ну не совсем так, я считаю, Саша, не совсем так. Не обязательно он должен осознавать все до мелочей. Но он должен осознать главное, что в капиталистическом обществе он будет продолжать прозябать. Общество должно быть изменено. Какое должно быть общество? Общество, в котором нет эксплуатации. То есть никто не присваивает себе никакая личность, результаты чужого труда. То есть благами, результатами труда должны пользоваться все. Все. И все должны трудиться. Вот это, в этом нужно убеждать прежде всего трудящихся, я рабочий класс. Вел не к тому. Да. В принципе, понятно, что да. каждый он рабочий не обязательно должен, да. понимает, что работать для хозяина плохо. Да. Тут как бы все понятно. Что? Да. Разговор о другом. Что смотрите, получается, у нас партия опирается на рабочий класс. Конечно. А рабочий класс, соответственно, она не опирается, она является частью его. Частью, да. Да. Она его частью является, наиболее сознательной, наиболее передовой частью этого класса. И она же должна поднимать вот этом... класс до уровня авангарда класса. Да, 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 да. Да, у нас опять же получалась такая проблема, что в партию в основном идут не рабочие, не рабочий класс. Значит, ты имеешь в виду КПСС, да? Ты имеешь в виду КПСС. Да, да. Значит, даже не в этом дело, что там было много интеллигентов. Беда состоялась в том, что сознание как бы, и коренные интересы у самого класса, у рабочего класса и у партийных функционеров стали расходиться. Стали расходиться, то есть, да, что партия стала состоять больше из бюрократов и функционеров, чем представлять коренные интересы рабочего класса в своей среде. Вот в чем беда была партии, что она оторвалась от коренных интересов класса. Так вот, чтобы партия будущего не повторила судьбу КПСС, ошибок. Нам, получается, нам, да. Да, ошибок, надо все-таки во главу вставить тот вопрос, что опора не просто должна быть на рабочий класс, а он не должен составлять партию. Конечно, конечно. Он, конечно, значит, что как бы основными как бы, ну, двигателями этого прогресса, основными членами партии должны те, кто осознает коренные интересы класса, осознает и притворяет эти коренные интересы. В этом, ну что там, не мой, откройте, что там, кто-то не может упасть. А зачем ты забыл? Оставь. Это уж умеет. Да ладно, пусть шутит. Так, ну что, там нет вопросов? Не, я так понял, все-таки ответ то, что все должны быть в партии, но... Не надо, чтобы все. Не надо, чтобы все. Это ты формально подходишь, Николай, что-то вопрос. Тут как-то сложность в том, что партия должна с одной стороны состоять из рабочих, с другой стороны, этих рабочих должно быть большинство, чтобы они свои интересы... Значит, были. Даже не в этом дело, но чтобы там только рабочие были в партии. Не а дело в том, что люди, которые осознают коренные интересы рабочего класса и стремятся притворять их в жизнь. Вот рабочие. Что важно. Конечно, те, кто трудится не один год на предприятии, кто создает своим трудом предметы потребления, конечно, они... более уверены будут и более будут отвечать коренным интересам рабочего класса. Конечно, но не всегда только в партии могут состоять именно вот как бы от станка, можно сказать. Не всегда главное. Ведь Владимир Ильич никогда не трудился у станка, ведь так? Ну, вот это второй вопрос. Но, что, если рабочий приходит в партию и начинает работать в партии, да, он перестает. Он-то как раз очень даже хорошо представлял, что нужно для того, чтобы избавить общество от эксплуатации. Ну, если человек осознает, но он выгорел на работе, то есть он потерял уже... Так. Ну, то есть он уже просто так, стал бесполезным. Речь-то идет не о личностях, а о организованном классе.
Вот. Так, то есть класс должен быть организован. Конечно, сами рабочие, они как-то уже организованы производством, но они только организованы экономически на производстве. Но надо, чтобы они еще и политически были организованы. То есть нужно добиваться агитации, пропаганды и воспитанием трудовых коллективов, чтобы этот класс из класса в себе превратился в класс для себя. То есть, чтобы он осознавал, что нужно сделать для себя, для своего класса, чтобы общество жило своим трудом. Вот, а не присвоением чужого труда. В этом именно вся загвоздка-то. В работе уже сказано, что партия идет за лидера. Ну, естественно, а лидеры... Если Владимир Ильич вел куда надо... Он и предупреждал, о том, что и лидерам, что нельзя позволять себе роскошь. Вот он же говорит, что позволяя себе роскошь, самодовольство, вот, и зазнайство. Вот. Нельзя позволять себе, да. Кто зазнайка выскочил, зазнайка пошла партия, а класс оторвалась. Да. Получилось, как получилось. То есть тоже, наверное, какой-то орган проверки на вшивость, так сказать. Зазнался, все, пожалуйста, пройти и пройти на минимум. Тест сдавать каждый год, а заставить. Ну что, давайте заканчивать. Ладно, давайте заканчивать. Созерцатель.